Мальчик нашел в траве странного котенка. Каково же было его удивление, когда малыш подрос? Эту историю написал в редакцию читатель нашего портала. Мальчик направился из школы домой и решил не спешить. Школьник зашел в парк для того, чтобы покататься на качелях. Но когда он собрался направиться в сторону дома, вдруг заметил в траве крошечного котенка. Малыш, по всей видимости, только родился, ведь он был еще слепым. Он беспомощно барахтался в траве и кряхтел. Куда же подевалась кошка? Мальчик взял кроху в руки и пошел искать кошку. Он ходил по парку, расспрашивал взрослых, не видели ли они поблизости кошку, и звал нерадивую мамашу. Но так и не нашел ее. Нужно было идти домой, а котенка было так жалко оставлять одного. Мальчик принес малыша домой. В семье решили покормить котенка из пипетки. Малыш был голоден и не отказался от предложенного молока. Котенок стал подрастать, но почему-то он развивался не так, как обычная кошка. Тельце его стало удлиняться, да и мордочка стала вытягиваться. Хвостик был не особо похож на кошачий, короткие лапки и ушки были слишком маленькими. Поначалу семья посчитала, что это такая порода, и люди решили отвезти малыша к ветеринару, чтобы все выяснить. Ветеринар обследовал малыша и рассказал, что это не породистый котенок, а совершенно другое животное. Малыш оказался хорьком. Семья не собиралась расставаться со спасенным их сыном хорьком. Малыша назвали Альфом, и теперь понятно, почему этот котенок так необычно.